Молдове бастуют аграрии. Сегодня акции протеста прошли по всей стране. Фермеры вывели технику и требовали у властей помощи. Все из-за роста цен на топливо и удобрения. Молдова. Десятки тракторов вдоль дороги. Возмущенные фермеры вышли на акции протеста, вывели технику. Ситуация в сельском хозяйстве критическая, говорят аграрии. В стране топливо и удобрения подорожали втрое, а зарплаты низкие. В молдавских хранилищах запасов зерна до середины сентября, пишут СМИ. А как собрать новый урожай, неизвестно. Техника работает на дизеле, а его нет. Никто не продает горючее оптом. А там, где солярка есть, она до 32 леев за литр. В первую очередь просили акциз на топливо, чтобы для аграриев его аннулировали. Просили помощь с удобрениями. Мы анонсировали 11 позиций, которыми хотим привлечь внимание к проблемам. Плюс к этому самая большая проблема, которая сейчас возникает, у нас не будет рынка сбыта и адекватной цены. Если учитывать, что мы сеяли с ценой на топливо в 3 раза дороже, чем в предыдущие годы, удобрения в 4-5 раз подорожали. Продать продукцию по прошлогодней цене или даже немного выше – это ниже себестоимости, особенно если урожая будет мало. В садах Молдовы портится черешня, собирать урожай некому, да и продавать некуда. Раньше овощи и фрукты из Молдовы везли в страны СНГ. Теперь из-за проблем с логистикой фуры едут через Европу. Доставка подорожала в разы.